Добрый день, друзья. Добрый день. И у нас сегодня очередной выпуск кухни инфодайвинга. И мы вспомним... Сложно вспоминать. Сложно. Что у нас было на прошлой неделе. Но и немножко постараемся. Поговорим о том, что есть. А на прошлой неделе мы провели курс по материализации. Звучит, конечно, просто в названии было это слово. На самом деле... Мы изучали новое состояние сознания, глубинное состояние сознания, именно единое, там, где я, единое сознание. И такое состояние не одно, их много, но это не бесконечное множество, это ограниченное количество. И вход в каждое состояние дает определенные возможности психики. Вот этим всем мы и занимались на предыдущем курсе. Плюс он был из глубины, мы отрабатывали все то, что мешает входить в эти состояния, что мешает осознавать и видеть под этим углом восприятия окружающий мир. Глубинный был курс, на самом деле очень сложный был курс. Я когда, вот не просто очень так уже не помнишь ничего, да, деле. Потому что тебя выносит, вырубает, и ты находишься только в моменте здесь и сейчас. А прошлое, все, что было, оно все было вчера. И оно вчера, и оно ушло. Но при этом остался навык работы в этом состоянии и те возможности, которые приобрела психика. Удивительная работа, сложная работа, но в то же самое время... Как-то мы ее умудряемся проводить. И на самом деле мы даже сами не представляли, как сделать так, чтобы людей все-таки вывести в это состояние. Но у нас получилось хотя бы коснуться. Нет, вывести получилось. Вывести, концовка была вообще сильная, очень сильная, потому что да, где-то шел на своем ресурсе. Ну а что делать? Но это получилось, это того стоило. И вы знаете, мы когда работали на этом курсе, нам просто уже было как знание. Есть информация, которую надо в подсознании человека зачищать, удалять. Она мешает человеку жить, мешает быть здоровым. И как бы это парадоксально не звучало, это о прививках. И поэтому у нас было в пятницу еще коллективное погружение, где мы учили людей и работали одновременно с людьми для того, чтобы удалить ту информацию, которая мешает быть здоровым. Удалить те подмены, которые человек уже осознает, но при этом он уже ничего сделать не может, потому что он уже наступил на грабли. И вот это коллективное погружение, оно тоже было очень сильным и эффективным. Мы видели, что есть определенные возможности психики, когда можно информацию просто сносить, просто удалять. Знаете, это как лазером прижечь там бородавку. Потом психика восстанавливается, зарастает, возникает, регенерирует новая здоровая кожа. То есть наше тело, оно удивительно, оно очень хорошо самовосстанавливается. Оно невероятно, но сперва надо удалить то, что мешает. Это было тоже интересное коллективное погружение. Им закончилась прошлая неделя наша трудовая. Как-то я прошлую неделю вот на максимальном ресурсе шла. Реально очень сильно устала. И мы с Ириной даже начали обсуждать, что необходим какой-то перерыв в работе. Потому что идет перегруз, очень сильный перегруз. Книга «Парадоксальное восприятие» находится в коррекции. А книга «Следующий иллюзионист» написана уже на 80 страниц, господа. Да, это на самом деле практически полкниги, чуть меньше. Вот, поэтому вот эти вот темпы, они просто, вот этот трудоголизм, от него иногда тоже надо останавливаться, говорить себе стоп. И поэтому мы в субботу себе сказали стоп и поехали на Березину, на такую красивую белорусскую реку. Смотрели и отдыхали на белорусской природе. И мы катались на байдарке по болотам. Вы можете наши приключения смотреть в ТикТоке. Кстати, наши приключения в ТикТоке набирают очень большое количество просмотров. Я в восторге. Вот этот ролик я утром сегодня видела, уже посмотрели 15 тысяч раз про болото. Всем захотелось. Всем захотелось на белорусские болота. И очень много вопросов, где такая красота. Так вот, это прямо 300 метров от реки Березина. И мы знали, что там должно быть или озеро, или болото, потому что мы переезжали туда
через постоянно стоящая лужа, которая образуется ручьем или маленькой речушкой. Ты через нее переезжаешь, и когда пошел дождь, она очень быстро прибывает. Так быстро, что до капота. Просто она быстро разливается. Но это все были приключения, которые просто ловили невероятное количество счастья. А еще баня на берегу Березины, и река обалденная, и тепло, солнце. Просто невероятно. Невероятно, и остаются воспоминания, и хочется еще немножко попутешествовать, поэтому мы решили сделать перерыв в работе с 1 августа на 2 недели. 2 недели мы будем... связь-то с нами будет, но мы будем отдыхать, мы будем ездить по Беларуси, мы будем выкладывать красивые видео, мы будем показывать, какая красивая у нас природа, какие красивые у нас места и для отдыха, и для туризма, и для путешествий, и для всего. То есть, насколько красива Беларусь, если вам это интересно, то видео мы будем выкладывать на ТикТок, а фото мы будем выкладывать в Инстаграм. Если вам это интересно, подписывайтесь. В Ютубе будут появляться только те видео, где нас прет на очередные озарения сознания, потому что когда ты един с природой, когда ты находишься в гармонии с собой, то, конечно, будут и озарения сознания, и расширения. Так, в принципе, знаете, если убрать вот этот обучающий формат, то остальная работа консультационная, она идет просто в штатном режиме. И потом ты получаешь вот сегодня, могу зачитать то, что вот пришло сегодня с самого утра. Девочки, здравствуйте, время идет, идут процессы у меня. Кстати, вот здесь классно написано, время идет, идут процессы. Дело в том, что в психике ничего не происходит резко. Все процессы, которые идут в психике, они плавные. Дискретность есть только при смене уровня «я единого». Больше нету дискретности в психике. А на «я единый» выйти, дай бог, каждому. То есть это еще очень большой круг работы над собой. Поэтому все изменения, которые происходят в психике, они идут плавно, незаметно. Поэтому человеку очень легко обесценить, например, нашу работу. Очень легко. И это не просто так. Этот же механизм не просто так заложен в психике. Если человек обесценивает работу, неважно, свою или чужую, он не находится в состоянии благодарности. А это значит, запускается новый виток игры. И так каждый раз. Нет благодарности, нет игры. И по проявлению человека ты видишь, есть игра, свернута она или не свернута. И мы часто наблюдаем, когда человек недоосознал, недоделал, не завершил и заходит на следующий круг. Это выбор человека, это право человека прожить другой опыт для того, чтобы все-таки прийти к благодарности и к осознанию. И поэтому на самом деле я за то, чтобы в школах вводили уроки благодарности. Надо учить детей благодарить, надо учить детей осознанно через благодарность завершать те сюжетные игры, которые им не нравятся и которые они хотят изменить. И этому надо обучать детей, это очень важно. Вообще все, что касается с благодарностью, это очень важно. Потому что, я потом буду зачитывать, тоже там в письмах встречала, когда человек просто, начав заполнять анкеты осознания, открыл для себя другой мир и другую жизнь. Просто другую жизнь через анкеты осознания. Казалось бы, мелочь. Да никакая не мелочь. А если бы эта другая жизнь была открыта еще в детском возрасте, то, возможно, и не было бы болезней. Понимаете? Это как научить человека умываться, как научить человека чистить зубы, так научить удалять ту информацию, где я обиделся, я виноват, я зол, я. Гена психики. Вот оно все начинается с «я», оно начинается с «эго», а «эго» начинается, рост «эго» начинается, раздувание «эго» с неблагодарности. Это взаимосвязанные процессы. И от этого никуда не уйдешь, этому надо учить. Это слишком просто, чтобы умный человек это счел достойным своего понимания. Как эго одурил, да? Да. Вот так. Вот с этого начинается игра. Это недостойно моего понимания. Кстати, сперва прочитаю. А то забуду. Нет, да. Недавно заметила такую интересную
в разговоре такую интересную сюжетную линию в голове у человека. Вот смотрите, человек говорит: ну как вы берете информацию через чувства? Это же бред. Бред? Ну как ты веришь телу, как ты веришь себе? А кто ты такой? Ты же не профессор Гарвардского университета. Ты же там Нобелевский лауреат. Ты же там... И начинается. Сразу бред. Раз не Гарвардский, да. Раз не Гарвард, значит бред. А вот если бы сказал ученый там Гарварда, там Боб Смит, который бы там профессором был, вот тогда он авторитетный, тогда это не сумасшествие. И при этом он не знает этого профессора, он не знает этого Боба Смита, он не знает, он уже сейчас полностью ответственность и доверие вынес со своего физического тела, которому он не доверяет, вынес со своих чувств, которых он не чувствует, и он им не доверяет, они ему не нужны, он от них отказывается, вынес на незнакомое лицо, и он считает это не безумием. Безумие – верить себе, а не безумие – верить дядьке, которого ты не знаешь. И знаете, на самом деле так живут все люди. Вот сегодня опять-таки говорила в магазине, как раз встретилась с женщиной, и она рассказывала, как стояла очередь в соседний отдел, там открыли прививочный пункт был, и там люди делали прививки, стояла огромная очередь. И прям в этой очереди парню стало настолько плохо, что неизвестно, остался ли он жив, ждали скорую. После прививки. После прививки сразу пошло осложнение, и люди при этом, видя, что они рискуют жизнью, они доверяли неизвестно кому свое тело, свою жизнь. Вот так же, как Гарвардскому. Точно так же, как Гарвардскому профессору. Точно так же, как доверяют Пфайзеру. Точно так же. А потом, ну что, что суставы вылетели? Это же не Пфайзер виноват. Это профессор сказал. А знаете, на что это похоже? Это похоже на вынос Бога из себя. Вот это религия. Вот это вот безответственность. Один в один. Вот это безответственность, когда ты выносишь ответственность на любого человека. И отказываешься себя чувствовать, слышать и вообще отказываешься от самого себя. Это парадокс. Это на самом деле прямое безумие. У тебя есть твое тело. Ты в нем хозяин. Ты в нем живешь. Ты за него априори отвечаешь. А вместо этого ты ответственность выносишь на чужого дядю, на незнакомого врача, на незнакомого производителя, на незнакомого, незнакомого, незнакомого. Вплоть до того, что это плод твоей фантазии, что такой человек должен обязательно быть, чтобы раскритиковать там наше или там чужое мнение. То есть он должен где-то родиться в Альфа-Центавре. Это ли не безумие, ребят? А ведь вы так живете. Вот это классический, стандартный подход человека безответственного. И потом мы пеняем на человека, когда он говорит: ну, виновато государство, виновата медицина, виноват папа Карло. А я нет, я умный. Да ты придурок. На самом деле ты в чистом виде придурок. Ты обесценил только что свою жизнь, свое тело. Ты вынес полностью с себя ответственность, а ты ее выносишь, вынося Бога и вынося авторитета. И вот когда вот с таким сталкиваешься, меня, например, вот эти моменты, они ставят в ступор. И я вижу, я тут же вспоминаю суфийскую притчу про отравленный дождь, когда суфий предупредил, что выпадет отравленный дождь. Люди все-таки напились отравленной водой и считали суфия сумасшедшим. И потом он по притче, он должен был выпить воды точно так же, чтобы влиться и стать сумасшедшим. Но на самом деле мне очень не нравится эта концовка, она неправильная. То есть сделай так, чтобы они и мы ее проснулись. И мы ее меняем, эту концовку. Потому что люди должны проснуться и увидеть: ребята, это ваше тело, это ваш дом, это ваш храм, это ваша сфера ответственности. И перед тем, как это доверить кому-то, проверьте, изучите и прочувствуйте, надо ли вам это. Надо ли? Это только чувство. А по-другому никак. Возьмите ответственность за себя, на себя. Вообще за свою жизнь. Это возвращение к себе. Да. В принципе, далеко ходить не надо. Родители и дети берем. Точно так же, как с выносом на Гарвардского, точно так же. Родителей дети не слышат. Если, допустим, какой-то совет от родителей идет, да, ребенок не слышит маму или папу. А вот если то же самое абсолютно скажет
там какая-то тетя или какой-то дядя, вот здесь уже ребенок хоть как-то, но он более-менее доверяет. Но вот так, так. То есть своему ближайшему зеркалу, да, родителей, ну, мы не говорим про то, что себя уже чувствовать, это как бы надо развивать, а именно свое ближайшее зеркало – это родители, да, ребенок не хочет принимать, не хочет слышать, не умеет, вернее сказать, не умеет. Ну, точно так же, как они его слышат. Так, естественно, это однозначно. Зеркально. Я просто, да, именно что очень вот хорошо можно прочувствовать, как дети на самом деле нас не слышат, но если скажет чужой человек, они могут услышать. Вот точно так же. То есть мы не растем, на самом деле взрослый человек, он не растет. Вот ученый сказал, это так. И неважно, ты знаешь этого ученого, не знаешь вообще его. И близко ты, ну, там, фотографию какую-нибудь видел, а ты ему доверяешь, а себе нет. И степень деградации общества отражает то, сколько больных в этом обществе. И полную степень деградации общества отражает то, насколько адекватными люди приходят к старости. Есть ли там мудрость? И вы знаете... Просто очень много сейчас ТикТок забит, ну и Инстаграм забит разными этими гей-парадами и всем остальным. Вот эта тема, которая сейчас украинцы просто, беженцы, они очень много сейчас снимают. Это все в новинку, очень, очень ярко так комментируют. И это быстро вирусится и разбрасывается. И вы знаете, вот человек, если ты в 30 лет уже пошел по таким парадам, то ты уже к старости гарантированно не придешь с мудростью. Ты туда в лучшем случае придешь со СПИДом или еще с чем-то. Или вообще не дойдешь. Или не дойдешь, да. То есть это вообще деградации. Если отбросить этот параметр, то дальше посмотрите, какие возрастные заболевания и насколько мудрость есть у пожилых людей. И тогда мы будем говорить о том, насколько общество не деградировало. И ты знаешь, я, наверное, скажу сейчас очень жесткую штуку, но я все-таки решусь ее произнести на камеру. У меня есть тайная мечта. У меня есть такая дикая мечта, которая меня подмывает. На самом деле, есть единственная страна в мире, где на сегодняшний день есть потенциал, есть разум, есть сила и есть все возможности для того, чтобы начать расследование действий ВОЗ в Европе и на земном шаре. Это должно быть публичное расследование, оно должно быть инициировано очень сильным человеком. Это должно войти в историю человечества, как люди уничтожали сами себя. Такое не должно повториться. То есть на этом фоне военные оправдания, они, это одна часть марлезонского балета, а вторая часть – это когда люди экспериментировали на себе подобных. Это страшная часть, это дикая часть. Именно поэтому люди никогда не будут встречаться с инопланетянами, другими цивилизациями и так далее, потому что они как фрункул изолированы. Это цивилизация, которая на сегодняшний день, агрессивная цивилизация, она должна быть изолирована от макрокосма, потому что она несет болезни и несет заразу. И вот это дело, пока люди не осознали, а им надо помочь это дело осознать, и вот этот свет должен начаться где-то. Я бы мечтала, чтобы это началось с Беларуси. Возможно, я сказала лишнее, но это на самом деле важный момент. Люди не должны так друг с другом поступать, так как они сейчас поступают. Ну, мы видим это через призму психики. И через призму психики мы видим... Реально апокалипсис. Ну, это апокалипсис. Это то, о чем предупреждали все эти библейские учения, о том, что это придет, и вот оно пришло. Просто посмотрите на это, это очевидно. Оно идет. Скелеты из шкафов вываливаются, и человек судит сам себя. И пришло время просто расставить точки над «и». Уже никто ничего не скрывает. Уже просто все прилюдно, оно видно. Даже предметом гордости становится. И это некрасиво. То есть болезнь вылазит наружу, она проявляется, она уже проявилась даже, да. И, а самое главное, что и проявилось само ядро, оно уже ядро тоже болезни, проявилось. Да. И ядро болезни должно быть нейтрализовано.
для того, чтобы организм смог оно поправиться. Оно было незаметным, но знали о нем. А теперь оно вылезло. Оно стало заметным. Ну и вернемся к работе в штатном режиме. В штатном режиме у нас девочки, здравствуйте, время идет, идут процессы у меня. Вчера делала зарядку, отлично, в позвоночнике боли все меньше. На этой неделе поняла, что не чувствую боли и ломки в грудном отделе. Правда, появилось жжение в правой ягодице, и та-та-та-та, и пошло. Да, идет процесс восстановления. Отлично, это сегодняшняя работа. Ну, точно так же ритм сбивается, то нормальный. А сегодня чувствую себя очень хорошо, отлично. А что у нас? А у нас сегодня по аутизму тоже есть обратная связь, новый наш мальчик. Угу. Если у Максима случаются мини-истерики, то я чаще понимаю причину, или у него игрушка закатилась за шкаф, и он показывает мне, или ударился, ему скучно, и он решил покапризничать. Я стала больше его понимать, и он стал больше давать его понять. У нас вроде все спокойно. Спокойно. Он стал активнее, везде ему надо залезть, все разбросать. Правда, и убирает за собой, если прошу. Стал мягче, как вы и говорили на консультации, спокойней. Ну и дальше. Где-то срывчики, где-то пошел гулять по новой дороге, где никогда не ходили. То есть это вот новый ребенок, с которым начали работать, и у него пошли новые изменения, пошло развитие. Но это на самом деле кусок работы, который еще предстоит пройти. А из того, что мне понравилось, из обратной связи. Так, еще здесь. Здравствуйте, Ирина. Наташа, после курса материализации никак не могу написать вам. Опять осчастливил меня ваш курс. Мощный, приятный, вдохновляющий. Моя проработка воодушевила. И дальше человек полностью пишет по курсу. Из веселого тоже прислали отзыв. Ну, там тоже все хорошо. И Алина считает, что Наталья добрее Ирины. Это она мне сказала. Сказала после ответа на вопрос в эфире. Наталья теперь добрый бульдог. Так ты злее или добрее Натальи? Алине виднее. Видишь, как нас по-разному видят люди. А на самом деле иногда ты намного мягче, иногда я намного мягче. Как получается? Как мы же тоже люди, может, тоже резонируем, может, тоже отвечаем. А ну, вот на то, самом что... деле, это Алинина. Ведь это Алинина, она видит отражение. Тут как бы... Еще что меня очень сильно порадовало, Наталья из Канады меня очень сильно порадовала, она начала наши объяснения и наши картинки рисовать красиво. То есть, и более того, она системно подошла, и оказалось, что она очень сильно углубляет еще информацию, и она становится наглядной информацией. Так что у нас в книге появится, у нас теперь нормально разрисованные какие-то моменты. Да, собственные картинки, Натальиной картинки со ссылкой, ну, Наталья, что рисовала, да, Наталья, да. Но знаете, что порадовало? Порадовала поддержка с другого континента. То есть есть вещи, вот я, например, рисовать не умею красиво графику. И когда приходит красивая поддержка, у человека талант. И когда приходит красивая поддержка, это невероятно. Она прислала очень много таких моментов, которые будут использованы уже в «Иллюзионисте», в книге. Невероятная благодарность ей за помощь, за поддержку. Вообще большая благодарность девчонкам и из Канады, и из США, и из Европы, тем, кто, с кем мы сотрудничаем, те, кто нас поддерживает, из России, очень всем, много, да, из Украины, всем. Кто искренен. Кто искренен, да. Кто искренен, кто искренне поддерживает, кто искренне помогает. На самом деле, очень большая благодарность за советы, которые даже вы даете. Потому что, вот смотрите, есть моменты, где мы не профессионалы. То есть, особенно, когда мы уходим в микромир, мы не видим и не знаем, как правильно называются там части генокода или части какой-то информации. Мы не можем ее положить в слова. Мы можем сказать, она чужеродная, либо она физиологично встраивается в тело человека. Мы можем сказать, она несет вред или она несет
опасность. Но мы не можем даже слова подобрать, потому что у нас нет этой лексики, потому что мы не обладаем этими знаниями, мы не ученые генетики. И когда к нам подключается человек, который имеет профильное образование, который посвятил этому всю жизнь, и который может не только дать правильные определения тому, что мы говорим, но и дополнить наши наработки тем, что он знает уже из своего практического опыта, соединить с нашей информацией, это получается невероятно, это получается другой мир, это получаются другие возможности. И спасибо, что такие люди находятся и подключаются. То же самое с медициной, вот не только вот с лабораториями. То есть я на самом деле, когда получаю такую обратную связь, когда мне человек пишет, вот вы говорили, и вы не знали, как это называется, и потом и дает ту глубину, которую я бы не знала, в какой энциклопедии искать. Для меня это очень большая помощь, для меня это очень большая поддержка. Я искренне благодарна людям, кто вот так помогает, кто слышит, кто с нами на одной волне, кто искренен и кто открыт. Потому что вы видите, мы точно так же открыто идем. Есть вещи, которые мы видим, есть вещи, которые мы говорим публично, и есть вещи, которые, когда мы достаем, мы смотрим, как с этим работать, и мы через это помогаем людям. Да, помощь не случается вот так, раз, и все, тут был больной и стал здоровый. Нет, в психике такое невозможно. Даже если вы нажрались молока с селедкой, то процесс восстановления физиологии у вас будет длиться 2-3 дня, пока у вас там не вынесет и флора не восстановится. А если говорить о каких-то более глубинных изменениях в теле человека, да, то, соответственно, на это надо время, это перемены. И тем более, если ты сносишь много информации в подсознании. Но это время проходит, и проходит там месяц, два, полгода, год. И человек, он просто видит, что заболевание ушло, проблема ушла, самочувствие улучшилось, реальность поменялась, вплоть до того, что смена места жительства случилась. Но это он все сделал сам. Это он все сделал сам. Он же в этот год жил, он двигался. За него никто не жил эту жизнь. Он двигался, он менялся. И вот здесь очень важный момент. Сам я благодарен всему, что со мной было. Я благодарен себе. И я благодарен зеркалам, которые были в лице инфодайинга и в лице всех тех людей, которые встретились за этот год. Если вот это не происходит, игра не завершена. Если происходит, игра завершена и плавно перетекает в следующее русло, в новую игру. Если не происходит, зацикливается, пошел новый круг. Вот здесь, конечно... Пошла хроническая, хроника, да, пошла. Хроника пошла. И вот здесь, конечно, вот эти моменты, их отслеживаешь, их наблюдаешь и видишь каждый раз, куда идет выруливание или идет закручивание. То есть, ну, все мы люди, у каждого из нас свой путь, и мы всегда искренне благодарны тем, кто вот откликается и кто проходит вместе с нами и помогает нам пройти те моменты, которые мы, например, не можем пройти в силу того, что мы не можем одновременно быть и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. Но при этом мы работаем с информацией, и вот что мы видим, с тем мы и работаем, да. То есть... Кстати, в этом плане опять возвращаешься. Каждый раз классно было бы иметь свой центр. Ну, не сейчас, пускай чуть позже. И еще одну тему хотела бы озвучить сегодня. Многие из наших студентов ищут пару для работы, потому что инфодайинг – это пара обязательно. Если вы ищете, вы можете воспользоваться опциями Сабришина, subrition.com, видеть, кто тренируется, и постучаться к нему. Кроме того, когда вы проходите обучение, есть группы, и в этих группах там тоже можно оставлять сообщения, и там тоже можно искать пару. И даже, наверное, это самый простой вариант, когда вы просто смотрите, кто участвовал, и делаете запрос, и можете с человеком соединяться. И кроме того, у нас есть чаты, у нас есть телеграм-канал свой, и у нас есть свои чаты в WhatsApp. Вы можете подключиться, и в телеграме у нас есть чаты. Вы можете подключиться к чату, и, ну, профильному по тому, какое обучение вы проходили, либо же общая группа в Вайбере инфодайвера, да, и запросить там. И те, кто тренируется, они откликнутся, вы сможете собрать пару себе сами. И не бойтесь менять пары на ранних этапах. Не бойтесь.
Не бойтесь пробовать, не бойтесь экспериментировать. С одним не получилось, с другим получится. Мы не всегда можем совместиться так, чтобы не конкурировать, чтобы не... Ну, кстати, когда мы конкурируем, это очень даже здорово, мы можем тогда опять-таки проработать свое эго, чтобы не... Вот я хотела сказать, что любая пара, даже если вы разошлись быстро, да, любая пара, лишь только на благо идет. То есть, вот вы, пусть даже вы один раз попробовали и не получилось, это все равно приносит пользу. Вам нужно было, вы смогли увидеть друг друга, друг друге себя. И для себя честно ответить на вопрос, почему не получилось. Да. И не с позиции, что там, у нее там мало знаний, или она там мне не ответила, или. И да, вы как раз вынесли ответственность на нее. Нет. А вы посмотрите с позиции себя, а что в вас работало, что не дало вам возможность. В этой паре. Да, в этой паре, что не дало вам возможность быть вместе. Это вы. Мало того, пару, когда вот на этапе поиска пары, можно и пробовать и одновременно, и с одним, и с другим, и третьим. И это не страшно, как некоторые думают, ну как же я, получается, нечестно. Да говори. Открыто говорить. Открыто. Я сегодня пробую с тобой, я буду еще с этим пробовать, с этим. И потом сравнивайте, и вы придете к тому, что вы найдете свое зеркало, с которым вам действительно легко и комфортно работать. И вы знаете, когда вы его найдете? Когда вы сами станете легким и комфортным для работы, для себя. Пока у вас есть напряжение, будет зеркало отражать напряжение. Когда вы напряжение убираете, зеркало отражает, что вы убрали напряжение. И здесь опять-таки самое большое, опять мы будем говорить про эго, самая большая проблема, когда разводит эго и говорит, а у меня всегда все хорошо, я не напряжен, а у меня. Я все сам. Да, я все так фигурным листком прикрыла. Вот ответственность я на себя, я все сам. Да, я все сам. И на самом деле вот эти подмены в какой-то момент надо взрывать, что вы прячете под фиговым листком, разбираться с собой, разбираться с этим самым, какую часть себя вы туда засунули, это уже выделенная часть ваша, и так далее. То есть это путь, когда вы интересны сами себе, и вы занимаетесь тем, что интересно вам, и вы проходите этот путь развития. И вы знаете, самое интересное, что этот путь развития – это и есть основная цель, зачем человек приходит в жизнь. Он приходит, чтобы его сознание развилось. То есть цель сознания – проснуться и вспомнить Бога. Но здесь даже уже не Бога. Угу. Бога – это на уровне психики. А вспомнить свою световую, божественную часть, тут слова даже нету более широкого. Проснуться в глубоком сне. Проснуться в глубоком сне, да. И вспомнить, кто ты есть на самом деле. Очистить сознание от заразы. Очистить именно сознание от заразы. А на сегодняшний день у нас не только сознание поражено, но даже физическое тело. И это отражение того, что больно сознание. То есть реально фурункул. Человечество – это фурункул. И чем больше становится болезней, тем больше это показатель того, что мы не развиваемся, а деградируем. И чем больше лечебных заведений становится, и мы начинаем гордиться, у нас медицина, сколько, как она развивается, их больше и больше, там поликлиник, больниц. Но на самом деле это говорит о том, что мы стоим, и даже не то, что стоим, мы откатываемся назад, мы деградируем. Это показатель, потому что болезнь есть... оборачивается в красивую обертку. Да, потому что когда развитое общество, да, или сознание, болезни нет. То есть сознание, которое чистое, оно не болеет. Болезнь вообще, это чужеродное. Нереально, невозможно. Это совершенно несоединимые вещи. Тогда мы придем к тому, что если ты хочешь снизить количество заболеваний в обществе, надо человека, внимание человека переключить с болезней на создание.
на создание чего-то, на создание продукта, на создание красивых зданий, на создание красивых товаров, на создание красоты вокруг себя. И когда мы говорим о создании, мы говорим о том, что человек действует в физическом мире. Это значит, мы говорим о действиях. Это значит, человек проявляется, человек работает, человек творит. Если мы говорим об этом, мы тогда сразу приходим к тому, что надо, чтобы у человека была свобода творчества, чтобы он не боялся проявляться, чтобы он не боялся вот в этом мире светить, да? А для этого надо, чтобы у него были урегулированы моменты, где он будет проявляться в социуме. А в социуме эти моменты, как правило, имеют финансовое проявление, налоговое проявление, административное проявление. Но там же тоже мы все. Но все это мы, да. То есть это те мы, которые мы себе где-то рисуем. И вот эти вот все мы должны как единый механизм преобразоваться. Потому что если есть больное тело, значит болен весь механизм. Да. По-другому не бывает. И никак, да. Да, да, да. И значит, надо весь механизм вылечить, чтобы весь механизм выздоровел. И когда механизм становится здоровым, а он становится здоровым только тогда, когда он приходит к благодарности, блин. И мы все равно приходим к этой идее заменить налоги на благодарность. Мы всегда правильно говорим. Да, потому что на самом деле благодарность – это та первая ступенька, черта, можно даже сказать, та черта, переступив через которую, все, возврата назад уже нет. Закрывается. Мы выходим, да, в мир здоровья. В мир здоровья и в мир мудрости. И без этого никак. Мир здоровья, мир... Кстати, а чему там Баба-Яга учила Ивана Царевича? Благодарности она его учила, да? И эти вот яблоньки и так далее в «Гусях-лебедях» тоже чему учили? Съешь, спасибо скажи, да? А, что-то такое. Ну, в сказках. Благодарности. Благодарю, пока, да, не поблагодаришь, ты не получал ничего. Поблагодарил, получил. Ну да. В сказки, русские народные сказки. Ну, это сказки, ладно, это так просто на ум пришло. Да, да. Красивые. Там такие знания. Там много мудрости. Кстати, можно было бы сесть и расписать сказки, если можно. Было на все время. И, знаешь, так перевести, разжевать их, да. Просто именно перевести на ту информацию, на те знания, которые зашифрованы. Которые зашифрованы, расшифровать их. Ну, когда в очередной раз по болотам будем плавать. Да-да. И недолго по болотам, можно и по русским народным сказкам пройти. На самом деле в них очень много мудрости, и это очень, очень интересная тема и важная для детей. Я, кстати, в детстве росла, когда родители ж работали, и я в детский сад не ходила, потому что там были застелены линолеумные полы, у меня была аллергия. И, соответственно, я болела, кашляла, и меня никто не водил в детский сад, и я с утра до вечера бегала одна. И родители мне оставляли такой вот как-то как граммофон, да, такая штука. Ну, он уже по-другому назывался. С пластинкой. Потому что у меня тоже точно так же. Я слушала все сказки. Все детские народные сказки. Я их наизусть знала. И я слушала, да, их там так. Даже до сих пор у меня в ушах. Вот ты сейчас говоришь, у меня звучит все эти сказки. Я забыла, как называется этот. У меня такой был тоже. Ну. Ставишь пластинку. И слушаешь. И слушаешь. И это такой кайф. А сейчас детям такого не включают. А зря. Ну, наверное, на сегодня достаточно новостей. Сегодня вечером у нас с вами опять в 18 часов будет вопрос-ответ. Мы с вами поговорим, ответим на ваши вопросы. Для нас это тренировка, для вас это возможность услышать ответ на свой вопрос. А в 20 часов у нас сегодня будет лекция «Механизм самонаказания». Кстати, когда говорят о самонаказании, говорят и о законе бумеранга, и о законе подлости. И там, я, кстати, много встречала артистов, известных людей, кто рассказывал о том, что обязательно Боженька накажет, обязательно тебе вернется там, и так далее. И никто не осознает, говоря вот это все, не осознает самой сути. Не осознает сути, потому что он ждет, что это Боженька возвращает. Ну, да. Вот сидит этот страшный Боженька и всех наказывает. Вот лупит по жопе и говорит, ты козел, бух, как мухобой, ты козел, бух. А на самом деле нету такого страшного Боженьки, но кто тогда наказывает, да? Ну, тогда оказывается, если не Боженька, то сам себя. Ну, слово же самонаказание, да. Сам тут вопрос отпадает. Ну, а дальше человек не задает вопрос, а из чего это я сам себя должен наказывать? Я что, дурной, что ли? И вот если задать этот вопрос, то вдруг открывается подмена, если вы в этот вопрос уйдете с запросом.
открывается подмена. И вот об этих подменах мы сегодня будем разговаривать. О том, что открывается в подсознании на самом деле и что мы считаем механизмом самонаказания. И есть ли такой механизм? То есть на самом деле это неправильное название. Механизм есть, а название неправильное. Искажение. Искажение. Искажения, эти искажения все надо выравнивать. И очень серьезные искажения. На самом деле это также, точно так же, как, допустим, текст на иностранном языке, да, а перевод другой. Да. И ты смысл теряешь, ты уже как бы ты уходишь совершенно от смысла. Это знаете, как сказать, допустим, улица такая-то на каком-то языке, и, значит, пройти надо через какую-то такую улицу, да, а тебе перевели неправильно, там, налево, допустим, или направо, а тебя перевели по-другому, ну, то есть перевод исказили, и ты ушел в другую сторону. Это вот точно так же. Да. А в психике на самом деле все открывается так, как оно есть на самом деле. Чистое сознание, оно творит чудеса. То есть оно вот просто в какой-то момент раз раскрывается и показывается. Вот здесь вот так работает. Оно даже чувствуется. Вот просто сразу начинаешь чувствовать, что-то не то. И смотри, здесь тогда сразу возникает целостный подход. И тогда возникает... Блин, вопрос за вопросом тут же возникает. Вопросы к медицине. Медицина разделила тело человека на части. Ты отвечаешь за почки, ты за печень, ты там за кишечник, ты там за мозг и так далее. Это все разные врачи, да? А целостно, как организм работает... Да, я почки настроил, но они не работают. А почему они не работают? Да, там мочевой пузырь виноват. Иди к тому, да. И вот иди туда, не зная куда. И потом, кроме этого, применяют лекарства, которые... Ты знаешь, как размазали. Просто размазали одну какую-нибудь там... Суть размазали. Да. Везде суть размазали. И все. Вот много врачей стало, всех работа, да. Вот, ну, это как бы, да, хорошо, да. А на самом деле это размазано. А сути нет. Да, надо кучу анализов сдать, кучу УЗИ сделать там и так далее. Да, вот помнишь... То есть наведен такой морок, да, или как-то там гипноз такой, размазали, и все, ладно, давай. Приходит человек там с проблемой психического склада, например, у него там клаустрофобия. Он приходит со своей клаустрофобией, ему говорит, МРТ надо сделать обязательно. И человек идет, МРТ меня вылечит, врач меня вылечит. Не вылечит. Ни МРТ не вылечит, никто вас не вылечит, пока у вас внутри не будет осознания, зачем вам это пришло, никто не поможет. А осознание случится не у врача, не в аппарате МРТ, ни в каком другом аппарате, оно случится в вашей голове. И при этом по парадоксу медицина нужна, особенно оперативная медицина нужна, нужна медицина экстренная, но все, что связано уже с болезнями, которые переходят в хроническую форму, это должна быть не медицина, это должно быть возвращение человека к себе, возвращение ответственности и нахождение ответа на вопрос «зачем?» и изменение. Пока человек не изменится, ничего не будет. Изменись и будешь здоров. Изменись и проснись. И только так? Только так. Другого не будет. Хотите вынести ответственность на спасителя, вынесите 50 раз. Но пока вы не изменитесь, вас никто не спасет. Никто и ничто. Нету такого лекарства, которое заставит вас измениться. Либо вы меняетесь и становитесь здоровыми, либо вы болеете и умираете. Это выбор человека. Осознает он его или не осознает. И по-другому не будет. Оно просто по-другому, нет другого механизма в психике. Изменись, и будет другая жизнь. Не изменишься, живи, как живешь. Нету третьего варианта. Мы видим то, что есть в нас. Все, мы больше другого ничего не видим. Весь мир состоит из нас, ну, то есть из нашего отражения. Это наше отражение. Полностью. Мы в королевстве кривых зеркал. Все, и что бы мы ни видели, это все есть в нас. Мы видим сами себя. Если мы там вот дома такие чистоплючки, ничего себе не позволяем нигде неправильно положить и так далее, то мы увидим отражение, то, что мы подавили в себе вот эту часть, что мы не позволяем себе нигде беспорядка. Mm-hmm. И нам обязательно попадется человек, который нам отразит этот беспорядок и покажет, смотри, ты вот отказался от своей вот этой части, а эта часть в тебе есть, она сокрыта и подавлена.
прими ее и расслабь эту часть. Ты здесь расслабляешь, исчезает этот человек, который демонстрирует тебе беспорядок. Оно просто так работает. Каждый человек для нас работает зеркалом, который нам показывает, смотри, что ты в себе зажал, смотри, что ты подавил. И часть людей работают помощниками эго для того, чтобы эго человеку помочь взрастить и проколоть. Иначе бы не было бесконечной сюжетной линии. Эго помогает уму не прервать сюжетную линию. Ну и эго работает, так как это программное обеспечение, оно работает, соответственно, по родовым и кармическим программам. То есть это программа, пока человек спит, а его тело работает в автоматическом режиме, в автопилоте. Биоробот. А вот этот В чистом виде, да. Вот этот биоробот пришло время отключать. Кстати, по эго у нас завтра обязательный курс начинается. Я же даже забыла про него. У нас завтра по эго. Эго обязательный курс у нас. А почему обязательный? Потому что пока у человека есть неполадки с эго, пока человек не контролирует эго, нет у него никакого инфодайинга. Есть фантазии. Пока человек не разобрался с эго, движения вперед нету. Эго не дает прийти в баланс, эго не дает прийти в благодарность, эго взрывается, обляпывает окружающих и устраивает новую игру и запускает игру на новом витке. Не понос, так золотуха. Качели. Не нравился понос, будет золотуха. Не нравилась золотуха, на тебе понос. И пошло, это бесконечно, пока человек не осознает и не изменится. А переход к изменениям через благодарность. Нету другого механизма, ребята. Нету. Можете перерыть всю психику, можете спорить, можете что угодно доказывать. Это прямой классический путь. Он единственный у нас в подсознании. Нету другого. Вот поверьте, нету. Только благодарность. Это невероятная штука, которая, она важна, она нужна. И она настолько проста, что человек считает через это опять-таки. Считайте благодарность даже тем самым переходом, или как это, порталом, через который пройдя, человек выходит в совершенно другой мир. Он красивый мир, наполненный счастьем, гармонией, здоровьем. Можно так считать. Но этому надо учить. Этому надо учить. И мы начали с малого. Ну да. И надо продолжать просто делать то, что мы делаем. Не останавливаться. И две недели. Нам интересно. Я сегодня говорю вот этот подкаст, да, а я сама нахожусь в состоянии зависания, потому что как между миров вишу. Точно так же я. Ты все время говоришь о себе, я точно так же. Я просто не говорю, мне придется говорить, точно так же я. Ты просто все время. И при этом кайфую от того, что... Ты знаешь, я кайфую от того, к какой черте мы подошли. Внутри состояние просто искристое такое. Я могу вот описать свое состояние. Оно искристое. Оно какое-то лучистое. Вот просто само состояние внутреннее. Ну, я скажу так, невероятно красивое. Вот именно так. Кайфа и драйва от того, что ты делаешь. Это невероятно. Психика человека, она настолько интересна. Я не знаю, что может быть интереснее психики в жизни. Это просто вот говорю и понимаю, я хочу туда, потому что опять загрузиться, опять окунуться, потому что это невероятно увлекательное путешествие. Да. Но опять-таки, вот смотри, психика действительно невероятно красива, невероятно интересна. Это вообще такая... Ну, это просто вот игрушка, я скажу так, невероятная, да, возможности, все возможности психики, да, но при этом вот смотри, действительно, я тоже сейчас на подкасте нахожусь в таком зависании интереса, и даже спать ложишься, и вот идешь спать, и интересно то, что я сейчас окунусь, но при этом один человек... Если будет один человек, он начнет, да, ему вот интересно, вот я по себе могу сказать, интересно, ты просто ныряешь, но если не будет второго человека, человек уйдет, по-любому уйдет в сон, уйдет в искажение, уйдет в фантазию, по-любому, то есть увлечется и обманет самого себя. –
Ну вот просто по-любому. А когда полный баланс между двух людей, на самом деле вот это и есть, между прочим, в этой игрушке в нашей жизни проявлено этот баланс двух людей в виде мужчины и женщины. Вот это вот так выглядит настоящая любовь, когда чистые зеркала и того, абсолютно искренние отношения, и вот это действительно любовь. Так вот, когда у тебя есть человек, с которым, который абсолютно точно так же, как и ты, интересуется тем же и открыт тебе же, но ведь это этот человек, если открыт тебе, значит, и я открыта этому человеку, это я открыта себе. Вот здесь искажению появиться очень сложно. Очень сложно. Оно, конечно, будет появляться, но тут же второй человек подсветит. Один человек или второй подсветит это искажение. И получается, что, смотрите, получается, идет поток, да, интереса. И человек не заваливается в одно крыло или второе. Это один человек. Вот два этих человека – это одно целое. Они просто валят в потоке интереса, чистоты, искренности. Вот на самом деле это вот была и задумка такая в этой игре «Мужчина и женщина». Пара абсолютно искренняя. Вот это и есть любовь, когда идут, и мир красив. И создают красивый мир. Ну, пошли искажения. А сейчас так эти искажения, они еще так вылазят. Я не могу, я когда вижу вот этот в ТикТоке сейчас, да, очень много и еще где-то проявляется этой... В Инстаграме грязи. Грязи. Ну, просто ты хочешь сказать, люди. Ну, вот смотрите, ведь это для того, чтобы мы увидели. Увидели, вот прям болезнь, она прямо вылазит. Болезнь. Да, вылазит. То есть она уже не скрыта, она прямо вот. А человек что делает? Я толерантен. Пусть я кремиком она проявляется. Да. Я помажу кремиком. Или пусть созревает там. Или, ну, у меня такая вот бородавочка. Да, смотрите, какое искажение тоже. Можно сказать, ну, принимай да свое тело. Это же есть бородавочка. Да, смотришь да, на его, да. Он ну, принимай же свое тело. Да, можно же так сказать, вот оно искажение. А вот нет, это искажение. Это чужеродное. Это уже бородавочка. Это говорит о том, что у тебя болезнь. Вот сейчас болезнь общества прямо вылазит. Уже даже в американских этих кто-то там адмирал, что-то там, не помню, что мужчина, усы, он лысый, усы, губы красные, красное платье. Блин, люди, ну это же вообще просто, ну насколько мы слепы и глухие, не хотим вообще ни смотреть. А смотри, как весело это смотреть. Так на самом... Сколько мы ржем, когда мы смотрим. Да, это же вообще... Это бесплатная кинокомедия. Ну, кинокомедия. Но самое главное, что это толерантно. А если толерантность вводится в общество, то это значит, что мы, родители, детям своим не показываем болезнь, а мы говорим толерантно, ну такой человек. Ну, точно. Нет, так ты можешь же, как сказать, мы да, такой человек. Идем в аптеку за кремиком, да. Замазываемся. Да, такой человек. Но это психика у него больная. И на самом деле он больной. Это значит, где-то было подавление, где-то было... Ну, это его такая жизнь. Но нормально, посмотри на красивую жизнь. А у нас сейчас тоже и красота подменена, да? А именно подчеркиваются вот эти вот... искажения. Да я даже вообще не буду говорить, про какие страшные искажения подчеркиваются. Скажи последнее, да? Вообще да. Просто жестко очень. А это окно Овертона поехало с новыми идеями. То есть когда-то окно Овертона поехало с этими идеями каннибализма, то, что на чем примеры были разворачивались. Ну, всего лишь сейчас это продолжается. Окно Овертона любую идею вот начни вбрасывать, и вот так вот массированно вбрасывать. И человеку, у которого нет своей игры, нет себя, он начинает да. подхватывать чужие дебильные идеи. Для того, чтобы человек отключился от дебильного чужого, надо, чтобы у него было свое. Ну, не будет по-другому. Угу. И когда он увлечен своим и занят своим любимым делом, он творит, он проявляется, он сияет. И тогда боги. А иначе богов не будет. Вот оно, выход в здоровье идет через труд и через любимое дело, через интерес. По-другому не будет. Ну, вот, это единственная цепочка. Да, продвигается. Хотите долголетия, хотите, чтобы старики долго жили, хотите мудрости, пожалуйста. Тогда человек работает, тогда он занимается любимым делом, тогда он умеет благодарить. И надо создать условия, чтобы он мог благодарить. И тогда он будет здоровым, по-другому не будет.
Это одна цепочка, другого нет у нас в подсознании. А наше подсознание отражается снаружи. И надо привести в гармонию вот то, что там, и то, что там. Вот когда оно в гармонии, тогда только. А чтобы привести сейчас в гармонию то, что сейчас мы имеем, это надо, грубо говоря, сорвать с труп с гнилой раны, да, да, и промыть ее. Да. И единственная страна, которая может поднять этот труп и сорвать, это Беларусь, другой страны нет. Чего ж мы, смотрите, чего ж мы говорим толерантность, да, про толерантность, глядя на однополые там, или, ну, не знаю, как их назвать. Смотрите, а когда болезнь, да, мы не толерантны к ней. Мы говорим, надо изолироваться, когда болезнь, да, а когда вот болезнь психическая, надо быть толерантным. Разум где? Разум где? Ведь психическая болезнь, которая сейчас вылазит, она вылазит именно так изощренно через наших детей. Просто даже тот же смешок, нам смешно, да? А ребенок, он тоже со смехом это воспринимает. Тоже ха-ха поначалу. Но он это воспринимает за норму. У него нет вот этого обратного колесика нормального родителя, который объяснит нетолерантно, что это зараза, что это болезнь. И у него это за норму, и постепенно он это же увидит в проявлении. А где-то у кого-то интересно попробовать. Попробовал, заразился. Ну, заразился образно, я имею в виду, заразился, в искажение попал. Все, пошла. А и мужчина обратите... напрямую заразился. Естественно. И посмотрите, ведь на самом деле сейчас настолько много, я даже в Беларуси, далеко ходить не надо, благодаря ТикТоку, вижу 20-летних в ТикТоке, 20-летних, ну, примерно такие, да? Может, там 18, 20, 21. Мальчишек столько много, которые показывают, как красится, и там стримы проводят. Это просто смотришь, и я понимаю, что вот она болезнь. Вот действительно зараза, которая должна быть... объяснена, что это зараза ребенку, пояснена, показана, разжевана. Это лечить надо, а не говорить, что мы толерантны, и больше наблюдать вот этой штуки. Ладно, это я так отклонилась. В накал там я отклонилась. Ладно, мы сегодня по науке и по религии не ходили, поэтому мы сегодня только немножко прикоснулись. Мы на самом деле очень много можем рассказать искажений и всего нового. Как оно переврано. Но на самом деле все эти вещи мы пишем. Мы пишем в наших книгах. Вы можете читать книги, и вы можете многие вещи давать читать своим детям для того, чтобы действительно навести порядок в их голове. Ну, вы в голове ребенка сможете навести порядок только тогда, когда вы навели порядок в своей голове. Если в голове у вас вы видите, где черное, где белое, где красное, где зеленое, этот мир многоцветен, то вы можете это все нормально объяснить и показать, и сказать, выбери, тебе вот это интересно или это. Или, может, ты заразился от того, что там твои друзья загорелись и. А где ты? Что тебе интересно? Кстати, у нас не принято у детей спрашивать, а что тебе, сынок, интересно? Да, ты иди учись на программиста, ну, потому что там выгодно, там деньги, да, зарабатывают. А что тебе, сынок, интересно? Да хрен его знает, мне ничего не интересно. А интерес уже родители съели, убили. Но об этом уже не разговаривали. Да, на самом деле, когда-то был алкоголь, то средство, которое усыпляло и усыпило психику, да? Ну, а сейчас вот этот пошел новый вирус, который толерантный. Это тоже из той же оперы, усыпляющий. Молодежь уже отказывается от наркотиков, от алкоголя. Молодежь не пьет. Поэтому, ну, в лучшем случае пиво. Поэтому теперь... И теперь пошла следующая зараза. И потом будет следующая. Ну и плюс постоянное поддержание страхов. Вот уже, когда там в конце августа, уже медицина говорит, да, что придет COVID. Новая уже волна. Даже по планам волны приходят. Да. Уже настолько все это открыто. Уже настолько это все даже не вуалируется. То есть безумие достигло пиковой точки. Когда мы научимся думать вообще? И человеку надо научиться думать. Итак,
Сегодня мы учимся думать. Механизм самонаказания у нас сегодня в 20 часов лекция. Крутая лекция. А завтра у нас курс эго, обязательный курс. Обязательный не потому, что мы вам ставим какие-то ограничения. Обязательный – это потому, что любой здравомыслящий человек в какой-то момент должен включиться и осознать, где и как он ведет себя, когда он человек, когда он животное, когда он насекомое, когда он рептилия. И если человек это дело осознает и может себя контролировать осознанно, это уже очень большой шаг к себе, это огромный шаг к себе. Потому что все мы называемся людьми, потому что мы имеем человеческое тело, но это не значит, что во всех живет человеческое сознание. И на этой прекрасной ноте мы сегодня завершаем наш подкаст. Спасибо, что были с нами. До встречи, друзья. До встречи.